Полтора месяца на территории Ивановской области работает оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Первые итоги и первые проблемы обсудили на большом заседании в правительстве под председательством губернатора. Рекоператоры портуют, работают без сбоя, вывозят более 100 тысяч кубометров мусора в месяц. Задействовано 175 единиц спецтехники. Еще 30 машин приступят к работе в сентябре. Генеральный оператор начал устанавливать на территории области мусороперегрузочные станции. Первая из них уже закуплена. Она будет установлена в Фурмановском районе уже в сентябре этого года и начнет работать. Таким образом, все отходы района будут проходить через эту станцию и ввозиться на мусоросортировочный завод. Также до конца этого года будут установлены мусороперегрузочные станции в Верхнеладиховском и Комсомольских районах. Важный момент в работе оператора – это ликвидация стихийных свалок. Поменять менталитет людей, научить мусорить только в специально отведенные для этого места. Эта работа заключается в следующем. Наши сотрудники выезжают на место, фиксируют наличие свалки, определяют собственника земельного участка и направляют ему предписание ликвидации свалки. Если в течение 30 дней собственник не предпринимает шагов по ликвидации свалки, генеральный оператор вывозит отходы собственными силами, а затем взыскивает расходы собственника земельного участка. Замглавы Ивановской администрации признается, стихийные свалки в частном секторе – его головная боль. По мнению Виктора Казанцева, нужно разграничить свалки и очаги навала мусора. Зачастую жителей буквально вынуждает мусорить сам рекоператор. Вы обратили внимание на то, что недостаточно один раз в неделю вывозить и в летнее время, и в зимнее время. Рекоператор деньги за этот мусор получил. А то, что житель не хочет складировать мусор, чтобы у него неделю он стоял перед его воротами, перед его калиткой, и собаки могут растащить, опять же, жара, запах. Однозначно необходимо, первое, это увеличение кратности, то, что вы сказали, вывоза мусора. А второе, если же и образовываются очаги, вот по нашему мнению, это не стационарные свалки, а очаги навала мусора. Слова регионального оператора о том, что работают без сбоя, губернатор раскритиковал сразу. На столе Павла Конькова пачки обращений жителей, и часть из них реально требует личного вмешательства первого лица области. Было мною принято решение не начислять больше, чем на 3 человека на квартиру. Просто продолжают поступать сигналы. Ладно, на 3, на 7 человек сразу. Я просто возмущен до глубины души. По словам коммунальщиков, повторяется история с капремонтом. Люди в ситуации не разобрались и платить не хотят. В должниках это СЖ и управляющие компании. С последних, отметил губернатор, спрос должен быть особенно жестким, вплоть до лишения лицензии. Впрочем, по мнению представителя Общероссийского народного фронта, не сумел грамотно выстроить работу сам оператор. Собираемость 20%, а вы же на что собираетесь с ней спросить? Вы долго проработаете с такой собираемостью вообще? У вас запасы деньги, миллион, что ли, где-то, я не пойму. Вы на это не рассчитывали, это не понимали совершенно. То есть вы вышли на рынок, вы выиграли конкурс, и вы теперь сидите, жалуетесь, что у вас собираемость 20%. Вы продумали систему, у вас все везде работает, у вас штаты набраны. За полтора месяца работы на горячую линию рекоператора по обращению с твердыми коммунальными отходами поступило более 4500 звонков, а в правительство и общественные организации огромное количество жалоб на невозможность дозвониться. Эксперимент проводил, и не один в кабинете, там, а при свидетелях. Я дозвонился оба раза, правда, не без проблем, с учетом жалоб обращений граждан, которые мы на работу горячей линии уже получали, я дал уже поручение увеличить количество самих телефонных линий и увеличить количество операторов, для того, чтобы доступность была больше, выше. Каждый человек должен иметь возможность дозвониться, подчеркнул губернатор. Глава региона попросил помощи у Народного фронта. Звонить на горячую линию в течение недели и о результатах докладывать ему лично. Каждый понедельник утром. Елена Белова, Антон Осипов, РТВ Иваново.